Так, у нас доктор приехал на проверку. Опять понапривозили чемоданов. Что будем делать сегодня? Надеюсь, достанем пломбу, промоем, сделаем рентгены. Если все хорошо... Все хорошо. Мы всегда говорим, всего хорошего. Увидимся летом. Будем надеяться, все хорошо. Так, пломбу будут доставать, да? Ага. Ставят лошадку. Зевник одели. Это не намордник, люди. Это зевник специальный для лошадей. И стоит это 150 тысяч эта штука. То есть это не дешевая история. Да, это не просто намордник. О, какая она там. Надо промыть. Ну, там соки скопились. Ну да. Фу, воняет. Воняет сейчас там. О, вонючка. Сейчас я посмотрю. Нет, я вижу, у него десятки руки. А это нормально, что такой запах? Да. Да, там же туда же соки скапливались. Она еще будет вонять недели две. Я же ей промывала. Но или под это пломбой не под пломбу. Вы же под пломбой не можете промывать. Так, делают рентген. Встань, уходи пока. Тут не сейчас попали. Промахнулся. Эх, ничего не видно. А, блин. Дубль два. Да, как садильный фотограф, улыбайтесь, пожалуйста, улыбайтесь. Красиво как. А что, не попал опять? А, думаю, что не попал? Ну, я... А у вас кассета не попала? Повыше. Так, а я не то, у нас же первый маляр. Это кусок альвеолярки. Ну, пускай. Сейчас залезу туда. В общем, тут интересная тема. Что-то там... Непонятно. Вот, вот она чаще. Сейчас мышкой покажу. Вот она. Угу. Причем такая, как кругляш. То есть не ее корень, ничего. Какие ей антибиотики кололи у нас? Народ спрашивал, почему антибиотики не колятся. Если не кольца, колятся. Какой? Был цефалоспорин 4-го поколения, цефтиазон форта. Угу. Он пролонгированный, он раз на 7 дней. То есть у нас курс был полмесяца. Угу. Чуть не колятся. Делаются. А зеркало, зеркало. Вот так вот приезжают, мучают животное. Оно выздоравливает и уезжают. Все хорошо. А, в этом плане. Мягенький. У нее дырка тут. Согнуть надо? Натерла, наверное. Снимаем, да? Ага. А, нет, вот это просто. Запихни туда, чтобы она, ну, впитала в себя там. Ну, или там плавает жидкость. Вот на этой проекции этого нету. На вот этой проекции, где у нас уронили. Да, есть, вот он. Да, есть. Это, наверное, просто строение, которое мы... Может быть, может, это вот этого часа заполняется какой. Да, Костя, кстати, ну, смотри, как здесь все было плохо, а как здесь все хорошо сейчас. Да, я заметила, кстати, сразу, когда был рентген. По крайней мере, с соседними зубами все стало гораздо лучше, не знаю, как это случилось. Егор сегодня постарается без крови. У нас идет подпилка зубов. А зачем? У нас идет самое жесткое обращение. Значит, опять пилит. То дрелью, то болгаркой, то с этим, с молотком. Засовываем очень острый инструмент лошади прямо в рот. Кошмар. Смотрите, я вам поближе специально покажу. Подпиливаем острый край. А лошади не больно? Нет. Совсем? Мы седацию делаем для того, чтобы она не боялась, ну, не сжимала. Сразу к вопросу, почему в природе так не делают. В природе лошади жертвы их съедают. Они живут не больше 10 лет. Вот у него есть такая педалька, на которую он нажимает. И аппарат работает. Когда не надо, педальку отпускает. Еще один рентген. А здесь нету этой штуки. Это альвеолярные кости светятся. Mm-hmm. А здесь нету. Может быть, я... Просто я же там вот по тем углам фотографировал. Может, я там во что-то упираюсь. Тут вообще все хорошо. И зарастает дырочка, правильно я понимаю? Вот здесь. Дырочка зарастает. Вот у нее, смотри, давай сейчас тебя вот так вот приближу. Очень классный снимок получился. Тут уже пломба лежит. Пломба, да, она где-то вот сейчас вот до сюда. Если что, это не осколки. Это альвеола. Она, видишь, что губчатая. С этой стороны, с этой. Но она, может, идет. Вот здесь уже почти схватилась.
маленьких канал, через которые вот капельки, то капелька течет. И здесь вот начинает формироваться мостик. Да, вот я про это спрашиваю. Все окей. И смотри, здесь у нас отдельная своя альвеолярная кость. Слушай, ну я скажу, все у нас пока, слава тебе, Господи, идет по плану. Альвеолярные кости, слава богу, пока еще не отгнили. Они, может, кстати, еще и не отгниют. Ну, у кого-то отвалится, у кого-то нет. Может, отгниют, через месяц я приеду. Ну, короче, пока я вижу, что они стоят, судя по всему, очень хорошо. Десна закрывается изнутри, то есть там хорошая ткань выстилает. Наверное, все. Сверла все достали. Мне из Питера позвонил сокурочек, говорит, как ты достал эти сверла? Я говорю, с Божьей помощью. Время заняло примерно как полоперации. Вот такой антибиотик колется. Прикольно. Вот такая цена. Укольчик. Так, в итоге мы дальше промываем, да? Все то же самое. Все то же самое промываем. Один раз в день. Да, один раз в день.